Лестничный подъемник для инвалидов-колясочников вручили жительнице Люберец Нине Абрамовой. Теперь с помощью ступенькохода женщине будет комфортно спускаться с третьего этажа. Подробности далее. Узкие лестничные марши – испытания для инвалидов-колясочников. И если в некоторых домах есть шанс создать доступную среду, то в зданиях старой постройки это технически невозможно. Единственный помощник в такой ситуации – ступенькоход. Этот механизм позволяет передвигаться по лестнице в инвалидной коляске. Эта модель, она более облегченная. За счет аккумуляторов он заряжается. Соответственно, он спускает как вниз, так и вверх. Коляска погружается на ступенькоход. Сопровождающий, соответственно, придерживает ее сзади за ручки. И таким образом, шагающим движением, он спускает коляску пошагово по лестничному маршу. Нине Абрамовой такое приспособление необходимо. Женщина проживает на третьем этаже в доме старой постройки. Со своей просьбой она обратилась в администрацию округа. Желанный подарок вручил лично глава Люберец Владимир Ужицкий. Лызия Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.